На сегодняшний день дефицит газа составляет 5 миллиардов кубометров. Мы не получаем голубое топливо из России, а большинство шахт на Востоке завалено. Несмотря на это, вице-премьер Владимир Гройсман настроен позитивно. По его словам, технически Украина готова к отопительному сезону. Население уже начало экономить. За июль-август украинцы потребили в два раза меньше газа, чем в прошлом году. Треба зменшувати, буквально принципово зменшувати споживання. У нас немає в трубі газу, і ми це маємо розуміти. Це залежить від кожного громадянина України. Питання газу, вугілля, електроенергії – це питання нашої незалежності. Нашої незалежності як сьогодні, так і в майбутньому. Еще одна из составляющих счастливого будущего, по словам вице-премьера, децентрализация власти. Пришло время идти против системы, которая существует для чиновников. Гройсман уверен, что если народ будет выбирать власть на всех уровнях, тогда интересы украинцев начнут учитываться. Мы должны изменить систему. Система изменит страну. В стране будут жить счастливые люди. Крапка. Мы должны это сделать не за роки, а за месяцы. Все надежды возлагаются на новый парламент. По словам вице-премьера, реформа местного самоуправления должна пройти до 1 января 2015 года. Ольга Китик, Александр Нелупов, Думская ТВ.